Всем привет! Ну что, сегодня у нас четверг, уже половина. Половина этой недели пройдена. Половина розыгрышей марафона на этой неделе уже завершена, да? И, соответственно, половина сайтов на этой неделе уже проверена. В общем, начинаем с розыгрыша вот этого вот потрясающего скина 5-7 неистовый даймё. Для этого мы переходим во вчерашний видос. Копируем ссылку и залетаем на сайт, на который я всегда залетаю и выбираю победителей. Да? И нам нужно сейчас узнать, кто же станет победителем сегодня. Участников сегодня у нас не так много, а это значит, что чем меньше участников, тем у вас выше шансы. И посмотрим, кто же сегодня станет победителем. Выбираем. Денчик, ты вчера, по-моему, выигрывал. Только вчера у тебя не было подписки, ты мне в комментарии написал, что у тебя был профиль закрытый. Вот сейчас мы это и проверим. Я был подписан, у меня были... Окей, ну комментарий, 5 слов есть, это все по правилам. Давай проверим подписку. Подписка открыта, Денчик, ты кросс, я тебя поздравляю. Лайкос есть, все. Вот смотри, это называется карма. Вчера ты попробовал, не получилось. Ты не сдался, попробовал снова и сегодня победил. Вот этот вот 5-7 неистовый дайми, он твой. Находишь вот здесь вот свой комментарий, а вот я уже нашел, и в ответ под вот это вот сюда ответить, кидаешь свою трейд ссылку. Понял? Ну, в общем, а я отправляю тебе скин. Завтра в розыгрыше марафона скинов у нас будет принимать участие вот этот вот револьвер статрековский с кучей вот таких вот потрясающих наклеек. И что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше марафона? Вам нужно быть подписанным на канал, открыть обязательно свой профиль, поставить лайк именно вот этому видео. Обалдеть, я забыл промокод на EasyDrop показать. Ребята, вот этот промокод можете использовать. И плюс 100-500 вам в карму. И да выпадет вам нож. Так, в общем, лайкос вот этому видосу. И под видосом написать комментарий минимум из 5 слов. Потом дождаться розыгрыша. Увидеть свой никнейм. И скинуть мне трейд-ссылку и забрать свой приз. Отлично. Я думаю, все понятно. Также хочу напомнить, что у меня проходит воскресный розыгрыш, который будет проходить уже на этой неделе, в это воскресенье. Это будет 7 февраля. Все условия в описании будут под видосом. А я залетаю на сайт, на котором сегодня буду крутить и открывать кейсы и проверять у него наличие яиц. Да-да, это всем известный GG-дроп. 200 на балансе там с промокодом. Ох, я даже не знаю, что здесь можно пооткрывать, что здесь можно покрутить. Потому что ковид. Ну, давай мы ковид. Слушай, давай мы, наверное, ковид. На все бахнем мы ковид. На все ковид бахнем. А потом мы, ну, точно так же, короче, залетим в апгрейды. И по 10% посмотрим. Ну, пусть для всех будут одинаковые условия испытаний. Ёб твою ж мать. Если бы на коде красном остановился, то это... Ну, не, я код красный бы однозначно не стал апгрейдить. Я, конечно, сумасшедший, но не настолько. Близкая опасность. Слушай, ну... Что-то с ковида... Ну, такие более-менее приличные скинчики падают. Останавливайся. Ну, тут хоть... Сигнал, да? Слушай, ну, как бы такие... Что-то более-менее приличное летит. Ну тут либо сигнал. Третьего не дано. Там еще, конечно, до облома можно было дотянуть, но... Ну либо на... остановиться на ножике, да? Ну, на ножике, вот, близкая опасность, да? Ну, нет. 7 рублей. Первый какой-то дешевый скин, честно, выпал. Слушай, если зайдет апгрейд сегодня на 10%, то, скорее всего, самые большие яйца будут у этого сайта. Но это если зайдет. Ну и смотря, какой апгрейд зайдет. И смотря, какой зайдет, потому что... Если сейчас зайдет на копеечный апгрейд какой-то, типа кабеляров, там еще какой-то, ну, конечно же, это будет позор. Ну, то есть там... Ни о каких яйцах вообще речи быть не может.
Не, я, кстати, знаете, что подумал? Вчера я зря сказал, что сайт этот... На каком сайте я вчера там открывал, да? Что он без яиц. Ну, то, что он мне толком ни хера не выдал, это же как бы мои проблемы. А так-то, что он мне апгрейд-то на 10% он мне дал, да? То есть все-таки там что-то подобие, какое-то подобие яиц там у того сайта есть. Все, мы летим в апгрейды. Мы летим в апгрейды и видим, что здесь нельзя так точно так же. Так, цена. Ты. Блин, это надо теперь вручную, да, набирать. Ну, хорошо, спасибо. Я на 10, на 10%, а не на. Ты что, блин, ты что? Вот, давай вот так. Ап. Ух ты, музыка какая. Я когда на JazzCase открывал, там говорил такая. Музыка найсовая такая. Там типа вообще все там. Огонь там, да? О, да что? То есть каждый раз, что ли? Серьезно? Сейчас надо... Ёпта, что у меня все на 800-то тянет? А, так тут еще за 7 было. Вот, что музыка такая найсовая. Мне, короче, опа, нарушение авторских прав за эту найсовую музыку. Прикиньте, дали. А я-то такой радовался. Музыка классная. Хер-то там, блин. Шанс 9.06. И просто интересно, залетит что-то нет. Не, ну так-то он, в принципе, как бы скинчики-то приличные дал, да? Что-то дал приличное. Ну, как бы получше, чем... Давай, может, тебя попробуем. Может, лавина, а не космический. Ну, нет. Или да. Нет. Фух, хорошо. Теперь уже играем по-крупному. Делаем ваши ставки, дамы и господа, да? Так, 270, давай. Кортисейра. Давай Кортисейру. Нет. Ну, значит, не Кортисейра. А значит, что-то другое. Ностальжи, да? Ну, давай ностальжи. То есть мне вот эти полупозиция какая-то вообще не алё. Не алё. Так, ну. Так, чё тут, чё тут, чё тут? Три. Что у нас? Блин, да что ты меня тут химичишь? Три сотки давай, да, я уже готов на три сотки тут что-то делать. Ну что, смотрим, пробуем. Пробуем близкую опасность. Star Trek, близкую опасность на Star Trek MP9. Ну тут тоже нет. Тут тоже нет. Проигрыш. ГГ. Не, ну с кейса-то он, в принципе, поднадо. Ну как? Что значит подновыдавал там, да? Ничего такого путнего-то он и не выдал-то, по большому счету, там, да? Так, 39. Ну давай тогда 4 сотки поставим. Че мы? Че? Да что ты? Что ты, блин? Вот, давай тебя попробуем. Ну, залетай. Залетай. Нет. Похоже, вот это будет сайт без яиц. Это сайт, похоже, будет без яиц. Потому что вчера мне, в принципе, за 3 дня каждый сайт выдал апгрейд на 10%. Каждый сайт выдал на 10% апгрейд. Так, что ты химичишь там мне тут все? Мортис, ну черт с тобой, давай. Или заговор. Заговор. Давай тебя. Вот. Первый претендент на безличный сайт у нас есть. И это GG Drop. GG Drop сайт без яиц. Вот, потому что вчера я погорячился, потому что все-таки он мне выдал апгрейд какой-то, да, то есть на 10%. Ну, это мои проблемы, что я не угадал с скином, со скином, который будем апгрейдить. А этот вообще ничего мне даже не выдал. Ну, единственное, что он с кейса там что-то понавыдавал и все. В общем, ну что, официально GG Drop сайт без яиц. В общем, ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно же, принимайте участие в розыгрышах, которые у меня проходят. Всем пока.